Британские ученые недавно доказали, оказывается, картошка не просто в земле растет, а еще и ползет в сторону Беларуси. Я Андрей Разыграев. Добро пожаловать на кулинарно-экспериментальное шоу «Мир в одной тарелке». Пока еще в существующих условиях ограничений на этой кухне я пытаюсь путешествовать благодаря приготовлению блюд разных стран. Ведь что такое страна? Это, прежде всего, ее вкус. Ну, а я не профессиональный повар, не маститый кулинар и пользуюсь подсказками продюсера, который находится в конверте. Абсолютно несложно догадаться, блюдо какой страны мы сегодня будем готовить. Беларусь! Белорусская кухня аппетитная и сытная. Разносолы, ягоды, сладости, молочные продукты, колбасы и большое количество картошки в самых разных вариациях. И все по-домашнему вкусное. Это и понятно. Продукт это сплошной натурель. Так, дайте чуть повангую. Есть чуйка. Без блюда с картошкой сегодня точно не обойдется. Так и есть, пожалуйста. Дранники с салом и луком. Холодник или холодник? Все мы называем холодник, а на самом деле правильно холодник. Это суп на кефире. Ну и блюдо номер 3. Запеканка с лимонной цедрой. С запеканки давайте начнем, потому что ее дольше всего готовить. Для запеканки нам понадобятся яйца, мука, сахар, ванилин, разрыхлитель, лимон и, конечно, творог. Приступаем к приготовлению аппетитной запеканки. Ну а чтобы она получилась очень нежной, нужен правильный творог. Натуральный и по-домашнему вкусный. Поэтому я выбрал творог Савушкин. Обратите внимание, он в вакуумной упаковке, которая помогает сохранить все полезные свойства. Вкуснота получится! Добавляем в творог яйцо. Опа. Сахар. Опа. Ой, фокус-покус. Фокус-покус. Сахар, выходи. О, вышел. Так, и ванилин. А где у нас ванилин? Нет. А, вот здесь. Все. И ванилин. Теперь все это надо размешать. Вообще, на самом деле, я прям творожно-запеканочная душа. С детства обожаю. Многие там в детском саду и в школе не очень любили вот эти вот в общепитии истории. И часто перепадало мне. То есть я практически подъедал за всеми, но люблю я это дело. Конечно же, запеканка от мамы, которая всегда ее делала с изюмом, не сравнится ни с чем. Вспомнил, бабушка делала запеканку с вишней. Боже, говорю, а у меня прям вот слюни потекли, прям чувствую сейчас во рту этот вкус. Надеюсь, я сегодня не подведу семейную творожно-запеканистую преемственность. Согласно шпаргалке, следующее действие – лимон обдать кипятком и покатать по столу. Это интересно, для чего же это все? Сейчас обдадим. Иди сюда, лимончик. Наверное, чтобы он там как-то так вот напыжился и отдал больше сока. И сколько его вот так варить? Вынимай. О, вот он. Так сказать, с пылу с жару. Оп. А как понять вот этот... фразеологизм покатать по столу. Не, ну, он стал реально мягче и реально ароматнее. Цедра натирается на терке и вместе с соком половина лимона отправляется в тесто. Туда же высыпаем разрыхлитель и муку. Здесь все похоже, а как это понять? Совсем не пахнет. Сейчас, секундочку. А это как у нас? Нет, ну слушайте, ну понятно, это сахарная пудра, а это мука. Все очень просто решается. На самом деле, сейчас я вот это вот все размешиваю. Меня посещает мысль, что в принципе вот этот вот знаменитый чизкейк, помните, да, такой пирожный торт, по своей сути тоже запеканка. Там идет другой вид творога, но все равно факт остается фактом, что он фермерский есть. Все. Идеально. Теперь надо это все выложить на специальную жаропрочную посуду. Чуть-чуть с маслицем. Равномерненько распределяем и ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. И от горячего переходим к холодному. Второе блюдо белорусской кухни. Знакомлюсь сейчас с рецептом и понимаю, что такого простого я давно не встречал. Проще пареной репы, а точнее отварной свеклы. Блюдо холодник, он же холодник на кефире. Вареная свекла, огурцы, зеленый лук, укроп и яйца. Теркой натираем, ножом нашинковываем. Даже яйца уже подчистили и сварили. Спасибо большое, товарищ продюсер. Раньше холодник готовился из свекольной ботвы. Ну, то есть из вершков, а не, как мы сейчас, из корешков. Потому что в давние времена это была непозволительная роскошь. Блюдо на самом деле элементарнейшее. Только режь и наливай. Точнее, заливай. Ну, понятное дело, это же летнее блюдо, которое в изнурительную жару является чуть не главным спасением. Так. Ну и, естественно, практически главный ингредиент – отварная натертая свекла. Перемешиваем, солим и добавляем кефир. Почти готово. Ну и чтобы охладился наш холодник, отправляем его в холодильник. Пусть настаивается. Приступаем к третьему блюду белорусской кухни – драникам. О, а вот и кудесница леса Олеся. Точнее, Оля. Ічэ забывшаяся рука заміж персидского узору цветок родимый василька. Между прочим, это не я написала, это классик Максим Богданович. А зачем про василек, а пришла с картошкой? Посмотрите. Вот она, наконец-таки, появилась на кухне. Царица белорусской кухни и царица нашего шоу-бизнеса. Оля Серябкина. Вот это сюрприз. Действительно. Всем привет. Привет, Муз-ТВ. Я скучала. И я, вот понимаешь, сразу на кухню к тебе. Правильно сделала. Отличный выбор. Ну, собственно, про Белоруссию и про твою любовь к драникам поговорим? Поговорим. А может, поготовим еще что-нибудь? Ну, давай, ладно. Ты любишь готовить вообще? Честно, да. А драники умеешь? Нет. Вот сейчас? Я никогда их не делала. Сама еще не делала? Нет, но только поесть. Вообще, на кухне сама ты там часто появляешься? Да, вот часто появляешься. Ну, ты знаешь, да. Я достаточно часто появляюсь на кухне, особенно в последнее время. Я бы сказала, регулярно я это делаю, там, потому что... Я вышла замуж, и мне надо готовить. Все приличные женщины должны готовить, так говорят. Я в это не верила раньше, но сейчас понимаю, что не зря говорили. Для драников с салом и луком нам понадобится, конечно, картошка, яйца, лук, сало. Первым делом берем бульбу, то есть картошку, и начинаем ее драть. Ну или по-простому тереть. Ну-ка, смотрите-ка. Это не очень профессиональная резьба по дереву. Ага. Ну нет, нормально. Я бы так же это делал. Да просто такая терка. Точно, это терка такая. Так, расскажи мне. Ну, в общем, свадьба произошла, насколько я знаю, сначала тайным образом, ну, а потом уже о ней все узнали. Ну да, я решила не создавать шумиху вокруг этого события до этого события и рассказала уже по факту. Ну, плюс ко всему, мы женились не в России, а в Австрии. Соответственно, ну, такой был легкий сюрприз. Для всех. Для всех, да. Так, какое было блюдо коронным на свадебном столе? Вот это вот. Нет, шницель, торты, черный торт захер. Естественно, да. Куда же без него видеть там. Ну, в общем, все по классике. Очень красиво, на самом деле, было, потому что мы выбрали прям супер такое историческое место, и там было все. Ну, наверное, в таком супер классическом стиле. Красные, знаешь, бархатные стены, пол. В тот момент у меня и платье было в стиле 80-х, поэтому это очень было все подобрано правильно. Я хочу сначала сделать сало и туда уже бросить лук. Пожалуйста. Вообще, как к белорусской кухне относишься? Ну, я очень люблю вообще и Белоруссию, и белорусские продукты, и очень люблю белорусскую кухню. А у нас шоу не просто кулинарное, а еще и музыкальное. Слушай, ну у меня, во-первых, вот только что вышел трек. Это фит совместно с канадским артистом, который зовут Savin' It Pool. Очень крутой трек. Если вы еще его не послушали... Я вот не послушал, правда. Вот как мы закончим здесь с тобой на кухне, клянусь, обещаю, скачаю сразу же. Драники не ждут, протертую картошку отжимаем, чтобы стекла лишняя жидкость. Первая брачная ночь. Что? Где прошла? Точнее так, извините, дети же смотрят. Первое брачное утро. Где ты проснулась? Брачное утро. Я проснулась в Москве, и вот, собственно, и мы полетели. А, то есть вы здесь расписались? Мы же граждане Российской Федерации. Все, я понял. Понятно. С таким разочарованием сказала. Да, ну все, понятно. Ольга, давай это. Последний штрих. Взбиваем яйцо с солью, добавляем муку и отправляем к натертой бульбочке. Перчим и перемешиваем. Выкладываем в разогретую сковородку. Как ты думаешь, как это делать? Мне кажется, что это просто... Просто бахай все. Бахаю. И тут нужно, знаешь, чуть-чуть... Они же такие вот. Да, да. Примерно, да? Тоненькие должны быть, но не самые тоненькие. Да. Вот так, да? Ну, клади поменьше, а то у нас они огромные. Как скажешь. Да. Ты любишь, когда поменьше. Да. Вот так. Обжариваем до румяной корочки и подаем с луком и салом. Ой, ну что, впереди самая любимая часть этой программы – дегустация. Можно, да? Да, даже нужно. Ура. Поехали. Скажи. Прям освежающе холодный. Очень. Все как надо, хрустит. И очень правильная консистенция. То есть он и не густой, но и не жидкий. Огонь. Это блюдо белорусской кухни, несмотря на то, что оно холодное, огонь. Да, и здесь ты добавила чеснок. Нет. Нет чеснока? Нет чеснока. У меня полное ощущение, что здесь есть чеснок. Это зеленый лук с укропом дают такую, ты знаешь, нотку. То есть можно вполне себе вообще целоваться. Ешь и обцелуемся. Да, сегодня не мы с тобой, но по отдельности. Так. Коронное блюдо всей белорусской кухни. Драники. А мы с тобой еще ого-го. Кстати, но нас не простят белорусы, если я хотя бы вот чуть-чуть сметанки сверху не добавлю, да? Да. Я могу себе это позволить. А меня простят. Вот она. Надеюсь. Я, между прочим, стихи тут декларировала. Вот она, классика. Добавь сметанки. Да? Добавь. Я тебя умоляю, чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Боже, кто бы мог подумать, что просто жареная картошка с луком и салом может быть такой вкусной. Мне кажется, надо с тобой открывать ресторан белорусской кухни. Это точно. Да? Да. Точно. Да. Будете к нам заглядывать? На огонек и драники. Ну, это реально великолепно. А все почему? Потому что оба делали это с любовью. Да. Твоя вилочка. Ой, спасибо. Твоя тарелочка, а на ней запеканочка. Это ты сам, да? Да. Знаешь, это мог бы быть прям десертом. То есть я бы даже не назвала это запеканкой. Это как будто бы гораздо больше, чем запеканка. Почему? А потому что у нее очень богатый вкус. А ну-ка, сейчас. Первое, что я хочу сказать. Творожина запеканистую честь семьи Разыграевых я отстоял и не посрамил. И дело не только в моих умелых руках, но и в том, что я использовал творог Савушкин. Он производится из натурального молока и без использования консервантов. Поэтому у творога нежная структура и домашний вкус. А сохранять их помогает надежная вакуумная упаковка. Савушкин всегда свежий творог. Захотелось устроить такое же белорусское пиршество на своей кухне? Легко! Записывайте ингредиенты. Для запеканки с лимонной цедрой мне понадобился творог, яйцо, лимон, сахар, мука, разрыхлитель теста, ванилин и сахарная пудра для финального украшательного посыпательства. Чтобы приготовить холодник на кефире, нужна свекла, огурцы, зеленый лук, укроп, соль, яйцо и, конечно, кефир жирности 3,2%. Для дранников с салом и луком вам понадобится картошка, яйца, лук, сало, соль, перец по вкусу. Ну и теперь давайте посчитаем, во сколько же вся эта белорусская сытность мне обошлась. Дранники – 160 рублей, холодник, которым наелись не только мы с Олей Серябкиной, но и вся многочисленная съемочная группа, всего в 210 рублей. А нежнейшая запеканка, помимо усилий, конечно, стоила мне 290 рублей. Мне кажется, что сегодняшнюю программу получилось на 10 с плюсом из 5 возможных. И извини, я не могу остановиться. Продолжай. И все благодаря, конечно же, твоему участию в ней. Вот вдохновляла. Я надеюсь, что мы сейчас вдохновили всех тех, кто нас сейчас смотрит. И буквально сразу после просмотра нашего кулинарного шоу, я уверен, все побежали к холодильнику и будут пытаться хоть что-то, а лучше сразу все приготовить сегодня на своей кухне. Мир вашей тарелки.